Итак, погода в Чечне сегодня очень ясная. Ожидается. Ладно. Итак, хочу порекомендовать вам мою группу ВКонтакте, в которой вы можете приобрести биты на заказ и сведения по очень низким, выгодным для вас ценам. Переходите по ссылке в описании, а мы начинаем видеоролик. Привет, с вами снова, как всегда, я, Чебурашка. И ты, наверное, сюда пришел, кликнул на этот видос, чтобы узнать, как же сводить треки. На минуточку, если вы хотите приобрести биты и сведения у человека, у которого 5 лет музыкального образования, пожалуйста, купите бит, я кушать хочу. Сегодня мы сделаем разбор сведения трека одного из моих заказчиков. Ну что, давайте приступать. Первым делом идет запись. Записываются 3 дорожки. Это база, основа, которая должна быть в каждом треке. Мне прислал челик бит в MP3 качестве. В MP3 качестве у каждого файла есть микрозадержка, микропауза в начале. Поэтому мы ее убираем. Выделяем все каналы и с помощью Ctrl-Shift-L ставим их все на дорожки. И получается у нас бит. После этого нам нужно узнать BPM этого бита. Узнать BPM этого бита очень легко. Надо убрать микропаузу и вот пошевелить вот эту кнопочку BPM. И когда мы ее шевелим вверх или вниз, у нас бит растягивается. И на первый удар кика нужно сделать, чтобы она ровно была по сетке. Темп 149 BPM. Я такой. Пау. Комментарии излишни, поэтому приступаем к сведению. На мастер-канал кидаем soft clipper. Первым делом кидаем всегда параметрик, эквалайзер. Я такой. Всегда после эквалайзера нужно вешать компрессор. В принципе, во время того, как конечно, послушать можно. Ну что же, всем, кому было интересно и кому было полезно, эти все данные, которые получили, это безумно интересная информация. Вы можете настраивать эти плагины под свой голос, под свой аккаунт. Ну, примерно систему, как нужно сводить треки, я вам показал. И поэтому, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайки. Всех целую, обнимаю. Кстати, я самый дисциплинированный ученик нашего класса. 7Б. Как говорится, пока.